Я не уверен, как это работает. Ладно, потестим. Хороший набег. Не-не-не-не-не. Северного проводника у него физ защита-то не так себе, конечно. Поэтому к этим парням особо под руку лучше не попадать. Но зато комбо их убивает напрочь. Собственно, одна, походу. Ну вот. А, вот у него еще какая. Над головой так крутит. Так, а это, собственно, просто удар или... Ну да, вот такой вот именно. Ну, в общем, веселая вещь. Мне нравятся парные клинки. Ладно. Что у нас тут еще есть? Костяной кулак. Ну, это вы уже, наверное, знаете. Это вообще веселуха. Так, это одноручный был удар. Это что-то непонятное. Я нажал. Девка, ты где это научилась, скажи мне. Сильный удар двуручный. Так, стамина хотела. Ладно. Сейчас. Так, а как же она так делала? А, вот этот подкат, удар, прыжок, удар. То есть комбо. Подкат, удар. Дальше прыжок. И еще раз. А, нет, тоже подкат. А, вот и прыжок. Ну-ка, удар в прыжке. Тач! Тири! Так, у меня кошки-то тут остались, нет? Вроде одна есть вот там. Кошара. Подопытная. Друже, поди сюда. Так, собственно, у нее есть веселый удар. Хорош бежать. Веселый удар. После... А, нет. О, с одного, нифига себе. Сильный удар у него с одного. Там, веселуха. А, вот же какой удар. В общем, теперь мы маленькая обезьянка. Ладно. У него АБС керинги. Только за счет скейлов и работает. В смысле дамажит. Так. Так-то 14 у него. Всего. Так. Лук. Лук двуголовый. Большой двуголовый лук. Сейчас я кошек возродю и вернусь. Так, короче, такая вот лабудистика. Урон достаточно серьезный для лука. Это с учетом того, что у меня ни колец, ничего не надето, и ни он не обгрейжен. И валит он его по 270. А скейлинг от силы тем более. Ну, в общем, да. Лук так, конечно, мощный, но, блин. Во-первых, он, по-моему, тяжелый. Да, он 15 килограмм весит. Во-вторых, он, ну, собственно, очень медленный. Как и все, собственно, большие луки. Зато им можно вот этих кренделей скидывать в пропасть, по-моему. Значит, этот неактивно скидывается. Там ему мешает что-то, что ли. Т.
Давай, скидывайся уже. Порадуй нас. Ну вот. Ну такая вот хренота, в общем. Собственно, больше о нем сказать-то нечего. Я им не пользовался особо. Ни против боссов, ни против кого. Дострелит, интересно. Должен ответ. Или нет? Или не должен, или я не туда поцелюсь вообще. А если мы шляпу Дурга наденем? Это еще один предмет, который можно найти в этом DLC. С моноклем. С оптическим прицелом, короче. Ну-ка, парень. А, вот, да, со шляпой достреливает. Но отсюда его убить не получится. Ладно. Ну, два посоха. Я даже не знаю. Я в посохах абсолютный нуб. Могу показать вот сильный удар двумя руками. Одноручный сильный удар. Вот, на обычный удар он кастует. Заклинание. Это вот первый посох Азала. А это посох прислужника. Собственно, удар, удар. Ну, посохами, я надеюсь, никто не дерется, поэтому... Поэтому да. Вроде бы... Да, ну тут пара щитов есть еще, которые я не показал. А, ну во-первых, вот еще. Сейчас добрались мы до самого трудновыбиваемого сета. Сет какого? Голема. Голема Бастиона. Ну, собственно, тут не все трудно выбивается. Трудно тут выбивается вот эта штука, пика Голема Бастиона, у которой есть магический урон крови физикла, CD-скейлинги, D-скейлинг от магии. И щит. Вот, собственно, полный комплект Голема Бастиона. Теперь я голем. Где мой бастион? Пойдем потестим на кошках, как это все работает. Щит. И три удара. Он выдерживает. Ай, ай, а больше нет. Ну, у него механическая броня очень неплохая. Вот я не защищаю. Раз. Они, конечно... Они, конечно, не сильный удар у этих. Кренделей. Ну, все-таки. Вообще, я ожидал, что этот эта пика будет также дамажить издалека, ну, то есть стрелять этими стрелами магическими. Но я очень долго фармил, чтобы набить эту пику, а в итоге хрен да маленько. В общем, бесполезная хрен, на мой взгляд. Ай-яй-яй-яй, не-не-не-не-не, ребят, вы товой. Аж два, ой. Что завалит меня? Ты пикни. Ну, в общем, это сильный вот удар. У меня тычок такой. Удар в прыжке. Вот. У тех он парней делал такую, не знаю, шипастую дорогу. Шипастую дорожку. Колючую проволоку в земле, грубо говоря.
А здесь он ничего не делает и дамажит достаточно хреново. Может, я просто пользоваться не умею. Ну, зато можно вот так сделать. Ну и двуручные атаки у него. Обычная атака. Силовая атака. Которая кучу стамины жрет. Кстати говоря. Да, почти всю. Вот. После переката не пойми что. И также все это очень дофига весит. У меня, правда, физику нету. На этом персе. Да. Ну хотя 25. Ну это весит все очень нехило. 16, 16, 8, 24, 39 за 40 килограмм под 50 все это хозяйство, под 60 весит, если полностью эквипнуть. Вот такая вот. Ну, наряд-то, в общем-то, достаточно прикольный. Защита у него. Ну, если сравнить с Лойсом, даже лучше. Помех защите. А если сравнивать с Рэйми, ну Рэйми у меня плюс 4. Ну, где-то так же. Но Рэйми легче. Так. Вроде бы все, нет? А, нет, еще последнее оружие. Это из души, собственно, этой Альсанны. Альсанны, вроде бы, да? Ай. Ну, это я даже не знаю. Это баловство одно. Единственный плюс это то, что она может вот так вот лечить. А интересно, она врагов может лечить? Сейчас мы это выясним. Да нет, урон-то ну, очень сладенький, смотри-ка. Ну, мазать не надо, блин. Так же под атаки желательно не попадать. Ай-яй. Ну-ка. 250, но не очень мало, я бы сказал. Ну-ка, давай вылечим его. Нет, она его не вылечила, она его вместо этого убила. Ну-ка. 218. Лечит она только союзников. Ну-ка. Нет, ну, короче, он у меня сейчас накроется медным тазом. Эпс. В общем, одноручная атака. Обычная. Силовая у него, значит, лечилка, которая меня сейчас его сломает. Ну ладно, сломает, сломает, конечно. Силовая. Да, все. И, короче, теперь она ничего не делает. Двуручная у него тоже вот такая лечилка. Так, так. Это у нас... Эш ты. Это типа парирование, что ли? Видимо, да. А, вот, после переката. Такая вот фигня. И бичок сильный. Скейлинг от ловкости. Ну, понятно, почему он так дамажит. У меня ловкости 40. Вроде бы все показал. Вроде бы, да. Вот. Кроме этого. Кроме этого падает символ алчности в этом DLC. Который, кстати, дамажит игрока по чуть-чуть. Но зато увеличивает шансы найти предмет.
Кроме этого, шляпу Дурга я показал. Ну, корона короля, понятно, все, наверное, ее собрали, видели уже. Корона короля, слоновой кости. Шлем короля. А, стоп. Сет короля. Доспех короля и слоновой кости не показал еще. Доспех короля, перчатки короля, слоновой кости. Полный же короля слоновой кости. Ну, мне он абсолютно не понравился. Не знаю. Возможно, я ничего не вынимаю в одежках королей. Тем не менее. Нет, ну масочка интересная. Там какое-то лицо отчеканено. Ну не, он интересный, в общем-то, костюмчик. Единственное, что очень. Ну не знаю, может быть, я изменю свое мнение, если его рассмотреть поближе. В общем, вот такая вот штукенция. Одежка, точнее. Сет короля. Вот что еще. Это показал, 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 показал. А, ну колокол, колокол. Говорят, если в башку стрела прилетит, он звенит. Я вот, мне интересно, а герой после этого вообще способность слышать сохраняет или нет? Вы когда-нибудь стояли под колоколом, когда он звенит? После этого часа два ходишь, ничего не слышишь. Ну, в общем, на этом все. Пока. Спасибо за просмотр. Дынь.